Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біз үкімет отырысының қорытындысы бойынша баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі біздің қонақтарымыз ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі Евниев Арман Қайратұлы, ауыл шаруашылығы министрлігі жануарларды өсіру департаментінің директоры Ахметов Еркебұлан Қартайұлы және де ет одағының бас директоры Бақтыбаев Мақсұт Бақытжанұлы. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Құрметті әріптестер, микрофонға кезекпен келіп, өз сауалдарыңызды қойды өтінеміз. Пожалуйста, уважаемые коллеги, просим подходить к микрофону в порядке очереди. Первый вопрос мы вас слушаем. Здравствуйте, газета «Казахстанская правда», Гулейн Тулешева. Сейчас вот на заседании правительства господин Шукиев сказал, что была в течение 3 месяцев проведена большая работа аналитическая. Вот хотелось бы знать, что показала эта работа, этот анализ, какие серьезные проблемы он выявил в отрасли животноводства. И еще вопрос, поскольку вот согласно концепции программы основной упор будет сделан не на крупные, а на мелкие, да, крестьянские хозяйства, фермерские. Вот в связи с этим хотелось бы узнать, на какую финансовую помощь могут рассчитывать созданные фермерские хозяйства. Спасибо. Министерством совместно с отраслевыми ассоциациями была проведена большая работа по анализу, по выявлению вот этих точек роста для реализации программы в таком масштабе. Первая причина, то есть слабые стороны, это есть большой потенциал в пастбищах, да? 180 миллионов гектар пастбищ имеется и доступно для животноводства, но скота недостаточно. То есть программа акцентирует большое внимание именно на увеличение поголовья. Это будет осуществляться за счет собственного воспроизводства и также завоза поголовья. Второе направление вот, это создание прочной кормовой базы для животноводства. Здесь программа предусматривает комплексные решения вопросов кормообеспечения. Это в первую очередь за счет создания и расширения орошаемых земель. Мы предусматриваем меры по восстановлению водозаборных сооружений, ирригационной системы орошения каналов, и на эти меры будут привлечены средства Азиатского банка развития. В настоящее время договоренность есть, и в рамках программы эта работа будет планомерно реализовываться. Для фермерских хозяйств в рамках программы мы предусмотрели системные меры, это поддержки, это в первую очередь доступный дешевый кредит. Мы предусматриваем 4% годовых ставки вознаграждения сроком финансирования до 15 лет. Кроме того, предусматривается инвестиционные субсидии на создание, на строительство колодцев на пастбищах. И мы также предусматриваем льготные кредиты на покупку техники, оборудования для создания фермерских хозяйств. А вот вы спросили, какую аналитическую работу мы провели. Мы в первую очередь, вот вы знаете, да, в 2011 году стартовала программа развития экспортного потенциала 60 тысяч тонн мяса КРС. Да, вот много в прессе она обсуждалась. Мы ее детально разложили по полочкам, что получилось, что нет. То есть программа состояла из 4 подпрограмм. Первое – это увеличение племенной базы животных за счет его завоза. Второе – это получить создание товарных хозяйств, фермерских хозяйств мелких, да. Третье – это создание откормочных площадок. И четвертое – это сам непосредственно уже экспорт. Вот и мы посмотрели конкретные результаты по первому пункту, по созданию племенной базы. С 2,5% до 10% выросла доля племенного поголовья. Было завезено 55 тысяч коров, племенных коров. Из них уже сейчас 135 тысяч, они то есть, как размножились. Да? А общее поголовье племенных коров до 400 тысяч, по-моему, да, выросло? 400 с чем-то тысяч. То есть система дала спрос, и, соответственно, люди начали заниматься племенным делом, появился спрос на их продукцию. А племенное дело это является основой для генетического роста программы. Второе – это вот создание фермерских хозяйств. Было создано 16 500 фермерских хозяйств по скотоводству мясному и 3 500 по овцеводству. Это программа Асыбага и Алтын-Асык. Да, то есть программа вовлекла более 40% всего поголовья.
Сейчас доля фермерских хозяйств выросла с 2011 по 2016 года с 8% до 40%. То есть доля МСБ именно в этой отдельно взятой отрасли выросла в 5 раз. Это огромный результат, его нужно как бы показывать. Да? Третье – это создание откормочных площадок, причем экспорт-ориентированных откормочных площадок, которые готовы поставлять стабильные партии продукции на экспорт. Таких площадок было создано около 40. Они сейчас функционируют, да, в принципе, инфраструктура создана, да, и с участием, в том числе, иностранных инвесторов. Четвертый пункт как раз-таки сам непосредственно экспорт. Здесь мы посмотрели внимательно, почему физический индекс не был достигнут 60 тысяч тонн. В первую очередь снизился импорт мяса с 50 тысяч тонн до 15 тысяч тонн. То есть это то же самое, что получается увеличение производства. И экспорт там до 10 тысяч, до 15 тысяч тонн, примерно в этих показателях он варьируется. Но на самом-то деле причина была в том, что программа строилась на статистических данных по поголовью животных. Там на момент написания программы в 2010 году было по статистике 7 миллионов коров. 7 миллионов коров. Потом, когда начали в 2012 году всем коровам вешать ушные бирки, чипировать, заносить систему, оказалось, что миллиона голов, это более 15%, их физически нету. То есть были постоянные приписки со стороны сельских акиматов, со стороны там, других акиматов, ну, на всех отраслях, для того, чтобы показать рост там ИФО, рост производства продукции. И за счет того, что этот поголовье было сконцентрировано в личных подсобных хозяйствах, там невозможно их просчитать, потому что там по каждому сараю никто не пойдет. И после этого, уже когда с эти показатели сдулись, мы поняли, что вот, проблема на самом-то деле, то есть инфраструктура создана, нужно сейчас увеличить поголовье скота. И именно у фермеров, потому что фермер является самым оптимальным звеном для производства низкой себестоимостью с высоким качеством продукции. Вот. И эта модель уже легла в основу новой программы, которая уже с учетом всех доработок, с учетом иностранных консультантов, Всемирный банк, Азиатский банк развития, другие там международные консалтинг-компании помогали нам для того, чтобы сделать именно мировую архитектуру этой системы. И вот сегодня выступал Всемирный банк представитель, он высоко оценил как бы те вопрос, который заложен в этой программе, сказал отдельное спасибо за то, что мы решаем вопросы безработицы на селе, именно за счет того, что даем приоритет на землю, льготные кредиты, коров, для того, что и гарантируем сбыт для фермеров. Спасибо. А можно я тоже? Я предложил бы, чтобы ответить на этот вопрос, посмотреть на эту ситуацию глазами фермеров. Вот любой фермер, любой житель наших сел, аулов, он с чем сталкивается, если у него только мысль приходит заняться вот этим бизнесом, вот, животноводством? Что у него? Первый вопрос возникает, где взять деньги? Денег нет, где взять? Программа отвечает на этот вопрос. Под 4% на 15 лет. Да, беспрецедентные условия. Этого никогда не было. Второй вопрос у него возникает, где взять землю? Где этот скот? Ладно, деньги дадут. Где? Как? Вокруг населенных пунктов пастбища все уничтожены. Это при том, что огромное количество пастбищ есть. Значит, программа отвечает на этот вопрос. То есть, и это идет комплексная работа в увязке с земельным законодательством. То есть все изменения, последние принятые парламентом изменения, как раз дают механизмы изъятия пастбищ, передачи их вот именно в эти руки, тот, кто хочет заниматься. Третий вопрос – вода. Без воды ничего не будет. Надо и поить скот, надо выращивать корм. Это орошение. Здесь мы подвязываем все ресурсы государства, и есть реальная возможность, мы ее просчитали, дополнительно ввести не менее 1 миллиона гектаров орошаемых земель. Четвертое, что не хватает? Не хватает, ну ладно, это все есть, куда продавать? Куда продавать? Выстраивается вот этот кооперационный, мы много говорим в последнее время о кооперации, вот это вот то, что мы называем вертикальная или якорная кооперация, когда вся цепочка, конвейер выстроен. То есть четко есть откормплощадка, сегодня это там более 30, будет их более 100, и каждый работает как партнер с этой площадкой, заранее знает, когда, куда, что, кто у него купит, по какой цене. И пятое, что не хватает? Знаний не хватает, компетенции не хватает. Здесь мы совместно с НПП, есть программа, тоже финансируется из бюджета, это Бастау Бизнес, где любой желающий заниматься, он может получить знания не отвлеченные, не просто там, как бы, для отчета, для галочки, там, а именно то, что нужно, как работать с этим скотом, какие особенности, должен быть специалистом. Не каждый там является там, зооинженером или там, ветеринаром. Ну и пятое, шестое, то, что государство со своей стороны должно
гарантировать эпизоотическую ситуацию, гарантировать ветеринарное, соблюдение ветеринарных требований. Это тоже предусмотрено, тоже в рамках этой программы. То есть, как минимум, вот эти 6 точек, 6 ответов на любой вопрос, который возникает у фермера. Благодарю. Благодарим за ответ. Келесі сұрақ. Здравствуйте, информационное агентство BNews. У меня даже такой вопрос в рамках данной программы. Как будут выдаваться в целом пастбища для выпаса скота в целом? Ну, как я уже сказал, мы специально вносим изменения в земельное законодательство, инициировали. Во-первых, это пастбище будет выделяться вне конкурса. То есть, если он и будет, только среди тех, кто вот подал на эту программу, участие в этой программе. Мы будем пересматривать и сегодня, если у тебя там сотни или там десятки тысяч гектаров пастбищ, мы проанализировали несколько областей, там выявилось, когда отдельные хозяйства имеют там, ну, сотни, там есть хозяйства, которые там более миллиона гектаров, крестьянское хозяйство, которое имеет там более миллиона гектаров пастбищ там. И понятно, что у него там столько скота нету. Вот. Поэтому это будет приравнено к нерациональному использованию земель. Это будет тоже изыматься. Кроме того, мы живем в век цифровизации, автоматизации. Мы идем к тому, что конкурсы будут переведены в электронный формат. То есть можно будет участвовать и видеть результаты, не выходя из дома, подав заявку через электронную систему. Это тоже упростит этот вопрос выделения земельных участков. Кстати, вот хотел добавить, Арман Карач, вот тут анализ этих крупных землепользователей мы провели практически из офиса. То есть вся база земельного кадастра, она вот на компьютере, на центральном сервере, вся база, кто владеет животными, тоже на компьютере. Сопоставили эти базы, получили результат. Нагрузка не соответствует нормам земельного кодекса. Все, автоматически выписывается предписание. Благодарим за ответ. Қазақстан телеарнасы. Негізгі пункттерін атадыңыз, мына ет шаруашылығын қалай дамыту керек екен. Ең басы, мен ойымша, мына ірі қара малдың басы жеткіліксіз. Осы ретте оны қалай көбейтесіздер, шетелден ірі қара алып келесіздер ме, жөнде алып келмейсіздер ме? Және енді осыған дейін де осындай бағдарлама болды, шетелден КРС әкелуге байланысты. Сол жолы қанша мал әкелінді, оның қаншасы осы Қазақстанда тірі, былайша айтқанда. Рахмет. Енді екінші сұрағыңыздан бастайын. Мынау 2011-2016 жылдары ірі қара мал экспортының әлеуетін дамыту бағдарламасы аясында біз етті бағыттағы асыл тұқымды малды әкелдік. Оның жалпы саны 55 мың басты құрады. Бүгінде сол малдың өсімі 135 мыңнан асып отыр. Яғни ол 3 еседен артық өсті. Жыл сайын осы асыл тұқымды шаруашылықтар кішігірім шаруа қожалықтарына 65 мың бас асыл тұқымды малды сатады. Яғни біз бүгінде толықта айталамыз, асыл тұқымды мал бойынша біз өз қажеттілігімізді толық қамтамасыз еттік. Ендігі кезекте тауарлы мал басын көбейтуге қажет. Бұл жерде біз бірінші кезекте мынау өз ішіміздегі шаруа қожалықтардың малын есебінен өсіреміз. Екінші кезекте жаңадан құрылатын фермерлік шаруашылықтарға әрине тез өсім болу үшін шетелден мал әкелу, оның ішінде жаңағы таза тұқымды малды әкелу бойынша шаралар көзделген, және оған тікелей жаңағы несие беру арқылы қаржыландыру механизмі қарастырылып отыр. Ақтылап жерінде стратегия бойынша қанша бас мал алып келуді көздеп отырсыздар шетелден? Осы бүгін қабылданған стратегия бойынша. Енді бізде мысалы 10 жылдың ішінде мал басын, ірі қара мал басын 2 есе арттыратын болсақ, ол бүгінде мысалы 7 миллион ірі қара болса, ол 10 жылдан кейін біз 15 миллионға дейін жеткізуіміз керекпіз ол мал басын, ірі қара мал басын. Бұл кезекте бұл бағдарлама аясында миллионға жуық мал басын біз шетел арқылы әкеліп осы шабаларға таратып жұмыс жүргізетін боламыз. Қалған өсімінен осы мал көбейеді. Яғни бізге бизнес тікелей өздерінің қаражатына әкеліп, соны малды көбейтіп жұмысын жүргізеді. 1 миллион, иә? 4 миллион ішінде 1 миллион әкелетін, иә?
Бұл жерде тағы да бір айтатын жай, бұл ұсынылып отырған бағдарламада, но тек қана ірі қара мал емес, мына қой шаруашылығы, мына жылқы шаруашылығы, оның барлығы да осы жерде енді мына жайылым жерлер, енді әйтеуір далаға шыққаннан кейін, жайылымға шыққаннан кейін, ол тек қана сиырмен бұқамен жүру емес, мына қой шаруашылығы, мына жылқы ұстауға болады, оның барлығы қарастырылған, барлық жағдай осы жерде жасалады. Я вот хочу рассказать, у меня сам бизнесмен, в 2011 году мы завезли 1400 голов ангусов из США, Австралии, Канады. Это был племенной скот. Сейчас у нас поголовье порядка 2500, но мы его держим на этом уровне. Ежегодно мы продаем порядка там 800 тысяч голов скота фермерам. То есть один раз корову привезя в Казахстан, она дает 10 телят за свою жизнь, понимаете? За счет этого строится программа. То есть мы не будем все завозить и раздавать фермерам. Мы завозим ядро, потом оно, получается, размножается и уже раздает, дальше идет по Казахстану. Теперь я хотел бы отметить один момент. Здесь есть несколько механизмов. Да? Бизнес, допустим, вот такие, как мы, крупные компании, они со свой счет завозят, допустим, 1000 голов скота, 1000 телок с России, там, с Украины, с Белоруссии, с Австралии, неважно. И затем мы его раздаем в виде товарного кредита фермерам. Потому что 50 коров купить, ему нужно просто вот у соседа купить. А мы находимся рядом, допустим, наша компания в Акмолинской области находится. 1000 голов у меня привез, стоит, и фермер уже у меня покупает. Либо за счет, за деньги, да, либо в товарный кредит. Тут условия такие. Если они берут, допустим, у меня 10 коров, он мне должен оплатить в течение 7 лет 10 телок обратно отдать и бычков, как в виде процентов. То есть это такой товарный кредит без денежных отношений. Он очень простой и понятен фермерам. То есть без вот этой бумажной волокиты, без вот этих там справок и так далее. Он ко мне приходит, мы с ним отношения выстраиваем бизнес-то-бизнес. Вот так. По такой схеме миллион коров, да? Нет, схемы разные есть. Есть прямая покупка, есть покупка у операторов, есть товарный кредит. То есть абсолютно все, это же бизнес, он сам должен решать. Мы не, государство или бизнес не может говорить вот так или иначе. Иначе тогда будет это советская плановая экономика. Бұл жерде фермерге біз талап қоя алмаймыз. Сен малды шетеден әкел, жоқ, іштен аласың ба деп. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, тікелей мал шаруашылығына беретін субсидиялар бұл бағдарламада көзделмеген. Яғни субсидия, бірақ субсидия қарастырылған, ол жаңа құдықтың жайылым жерде құдықты субсидиялауған. Ал малды сатып алуға несие беріледі, сол несиені ол шаруа өзінің жаңа таңдауына қарай жұмсайды. Яғни ол шетелден мал әкелгісі келсе, сол қаражатқа әкеледі. Немесе осы фермерлік қожалықтардан басқа қожалықтардан сатып алады маңайында. Ол өзінің шешімі бар. Несие болғаннан кейін ол уақыт келген кезде өз қайтарып береді үкіметке. Не? Субсидия беретін сен, все. Бұрыннан болған субсидия, тегін беретін қаражат жоқ бұл жерде. Плюс еще вот по субсидиям, да, вот мы сами бизнесмены знаем, субсидия, она чуть-чуть как бы расслабляет людей, да. Ты гарантированно в год получаешь там столько-то сумму, ты не думаешь о том, что правильно свой бизнес выстроить. А когда у тебя кредит, ну, доступный и дешевый кредит на длину, тогда ты правильно выстраиваешь свою работу и зарабатываешь деньги. То есть иногда субсидии подменяют собой прибыль, и мы поэтому топчемся на месте. То есть здесь большая работа аналитическая именно в этом заключалась, да? Посмотреть эффективность каждой субсидии, куда их лучше направить. И вот тоже Всемирный банк сегодня говорил, мы не против субсидирования сельского хозяйства, мы наоборот за, потому что нужно кормить народ, кормить землю, у вас очень большая страна для того, чтобы кормить других, да? Но вы должны научить фермеров работать правильно. И вот эти субсидии нужно направлять именно туда, на точки роста. И вот дешевые кредиты, инвестиционные субсидии на колодцы, на технику, это вот то, что нужно сейчас на самом-то деле. Благодарим за ответы. Следующий вопрос. Казинформ. Казахпарат агенттігі. Менің сауалым, ет экспорты бойынша. Қазіргі таңда біздің ел үшін қандай нарықтар ашық, және болашақта ол сол нарықтардың санын көбейту көзделіп отыр ма? Рахмет. Бағдарлама, осы бағдарлама жобасында бізге экспортты дамыту үшін басым нарықтар анықталған. Ол бірінші кезекте, әрине, Қытай елі, Иран, Сауд Арабиясы елдері. Осы елдердің жыл сайынғы етті импорттау көлемі
асып келеді. Мысалы, Қытай бойынша ол жыл сайын 10 есеге артып отыр. Сондықтан бізге осы нарықтар басым деуге болады. Қазіргі уақытта министрлік осы елдердің ветеринариялық қызметімен бірлесіп жұмыс жүргізу нәтижесінде бізге мынау сиыр және қой еті бойынша нарық мынау Иран бойынша ашылды. Сауд Арабиясы былтыр шешілген болатын, және бүгінде Иранға мысалы қой етін, сиыр етін экспорттауға мүдделі тауар өндірушілер бар. Қой еті былтырдан бері экспортталып жатыр. Қазіргі уақытта Қытай мемлекетімен мұздатылған қой еті бойынша келісім қол қойылды. Яғни Қытай нарығы қой еті бойынша ашық. Жылқыны өткізуге де нарық ашық. Ол келісім бар. Қазіргі уақытта осы сиыр еті бойынша Қытаймен келісім, Қытай мемлекетімен келісім жасалып жатыр. Жаңағы сол келісім аясында біз осы биылғы жылдың соңына дейін осы келісімді бекітіп, сиыр етін экспорттауға жол ашамыз. Көп рахмет сізге. Соңғы сұрақ, наптамыз. Оралхан Дәуіт, Жас Алаш газеті. Мен бір 3-4 сұрағым бар еді. На министр Өмірзақ Шөкеев үкімет отырысының бірінде өткенде жеке шаруашылықтардан құралған кооперативтерге облыс басшыларының көбісі қарсы, бұл мәселені арнайы комиссия зерттеп жатыр деп айтып еді. Осы комиссия не нақты нені зерттеді? Жалпы оның қорытындысы бойынша қандай да бір кемшіліктер табылды ма? Екінші мәселе. Осыны айтып алсын. Иә. Жауап бере алсын. Енді шында да мына арнайы комиссия әр облыстарға аралап осы мәселені зерттеді. Зерттеу қорытындысын жасаған кезде мәлімет бойынша енді орта есеппен айтқанда енді кемінде мынау 50% құрылған кооперативтердің 50% жай қағаз жүзінде құрылған формалды түрде нақты жұмыс ешқандай жасалынбаған. Ана субсидияны, ана 10 теңге субсидияны алып, 1 литрге сүттің мысалы литріні алып, таратумен айналысқан тек қана. Ол бір. Екіншіден мына құрал жабдықтармен қамтамасыз етілгендері де енді бірең сараң алғандары бар. Бірақ та оларды әлі толық қолданбай, сол енді мынау қысқа сілтеп, мынау көктемде бастаймыз деген соған сілтеп сөйтіп жүр, осы күнге дейін жүр әлі. Енді бұл жерде жалпы кооперацияны айтқанда мынау ешқандай мына жерде әлгі революция болып жатқан жоқ. Мына эволюция болып жатыр деп айтуға болады. Кооперациясыз мына осы бағдарламаны біз ең негізгі механизм деп есептеп отырмыз. Бірақ та бұл кооперация мына экономика мына жағынан тиімді пайдалымды болу керек мынау шаруашылықтардың мына фермерлердің өздеріне. Ол егер де әлгі тек қана субсидияға сүйенетін болса, ол ана кооперация ол әлгі субсидия тоқтаған күні ол мына кооперация да тоқтайды. Бізге ондай кооперация қажеті жоқ. Бізге мына нақты кооперация мына сол кооперативтерге мүше болып кірген шаруашылықтарға нақты пайда әкелетін кооперация керек. Оның міне жолдарын жаңа айтып, түсіндіріп айтып бердік. Көп рахмет сізге. Благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию о развитии животноводства. Құрметті әріптестер, осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Брифингке қатысқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыздар.